Пародии, шутки, веселые песни и миниатюры про внутреннюю кухню театра. В этот раз самарские актеры могли позволить себе много вольностей на сцене, ведь в зрительном зале сидели их коллеги. Артисты муниципальных трупп отметили Международный день театра традиционным капустником. Поздравила служителей сцены и глава Самары Елена Лапушкина. Она вручила благодарственные письма всем театральным коллективам. Мне хочется в канун этого праздника, да и сам праздник, конечно, пожелать новых творческих проектов, новых спектаклей, новых идей, благодарной публике и мира всем нам, добра, здоровья и счастья. С праздником, друзья! Кроме того, всем руководителям раздали слонов, обыгрывая известную фразу из произведения Ильфа и Петрова, поощрив их за работу в этом театральном сезоне. На заре прошлого века еще, когда появилось телевидение, потом интернет, все думали, ой, театр умрет. Театр не умрет никогда, потому что живого общения, которое есть сцены и зрительного зала, никогда никто не заменит. Завершился капустник по традиции большой праздничной трапезы, где во главе стола были капустные пироги. Коллектив каждого муниципального театра испек традиционное угощение для конкурса, а также подготовил небольшой номер-презентацию своей выпечки. Жюри лучшим выбрало пирог театра «Лукоморье». Но подарки получили все коллективы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.